Всем привет! Ребят, сейчас приехали в World Trade Center. Здесь 3 дня распродажи, 24, 25, 26 числа. Бренды распродают свои вещи. И хочу показать, показываю специально сегодня, что если кто-то находится в Дубае, советую съездить. На самом деле, я еще не знаю, что здесь будет, но по количеству машин, судя, две парковки заняты, все забито. В общем, машин немерено. Я думаю, что там в середине будет сейчас то же самое. Но я сейчас покажу, что там есть, а вы уже посудите, стоит сюда идти или нет. Но я думаю, что стоит. Все равно можно что-то найти. Смотри, футболки по 20, по 30 дирхам здесь. Нет, Adidas. 129 Суперстар. Дирхам. Классик. Это не классик. 99 дирхам всего лишь. Так. Тоже. Ай, Adidas. Вот такие я хочу. Смотрите. 179 дирхам. Вот такие красивые, такие хочу, синенькие. У нас цвет да? Синий, да? Да. 179 дирхам. Ну, вот такие мягкие. Беленькие. Это Суперстар. А нет, это Стэн Смит тоже. Стэн Смит. И это Стэн Смит. Сколько они? Эти 329. Ну, это типа круче, а эти типа обычные. Но они хорошие. Ну да, красивые такие. 179 дирхам всего. Вверх натуральная кожа. Вверх кожа. Да. Ну, здесь, конечно, дирхам. Творится ужас. 349 дирхам. Nike Lunar Air. Force. Nike Air, Lunar Force. Дороти Перкин, 75 дирхам. Платье разное. 30 дирхам. Такая блузка. $75. $75. Дороти Перкинс по $75. А это топ-шоп. И везде покупаешь два, одна в подарок. Я не знаю, конечно, что вам рассказывает Лена по поводу этого шопинг-фестиваля, но это похоже очень на большой огромный рынок, по которому все ходят в грязюке и мерят, наверное, тоже все в грязюке. Вот места для примерки тут, допустим, нету. Поэтому не знаю. Если вы хотите идти сюда, идите. Но я бы сюда не пошел бы. Максимум только купить обувь, потому что обувь, возможно, померять, и хорошие цены на обувь здесь будут. Где? Вот, видите, платье меряем сверху на другое платье, потому что по-другому померять не получится. Кабинок для примерки нигде нету. Поэтому знаете свой размер или повезло, значит купили. Вот это очень красивое платье. Синее главное. Короче, мужская обувь Альдо стоит одна за 150, две за 250, а женская одна за 100, две за 150. О, как рядом с тобой пройти? Аэросталь, три вещи за 99 дирхам, две за 79, джинсы Левис 129 дирхам. Да, три за 99, футболки мы покупали Аэропостал. Аэропостал, да. 3 за 99 дирхам мы покупали как раз. А у тебя какие-то были, да? Да, ну у меня какие-то были. Да, рубаем этот. Да, это из этой типа серии. Ну, подобно. Тут найти да. Можно. Сейчас будем выигрывать. Можно заполнить, и есть шанс выиграть каждый день до 5000 дирхам. Два приза по 5000 дирхам. В 9 утра розыгрыш. В 9 вечера розыгрыш. Дальше идем. Людей здесь капец. Это видно просто вообще. Справа еще есть фудкорты для тех, кто проголодался. А слева люди, которые ждут, они просто сидят под стеночкой. Здесь даже есть скидки на косметику тоже. Макс Фактор Тушь стоит 49 дирхам, 40 и 59.
А вот обувь, это Валенсия. По 250 дирхам можно купить сапоги даже осенние. Традиционная распродажа духов всех видов. Вот этот хороший запах. Женский? Да. Герлейн. 390 дирхам. Такие детские шампуни по 15 дирхам. А это вот тоже гель для душа 19 дирхам. 14 дирхам шампунь. О. Вот сумки ГЭС опять 240 дирхам. Это не 300 дирхам стоит кожаный курт. Конечно, цвет красный такой, не сильно, но так вообще. И мужская вот такая вот светлая, 300 дирхам магазин. Валенсия. Валенсия, да. Там тоже постоянно. Да, там, но еще и здесь есть. Здесь есть модели, хотя бы можно повыбирать. Вот этот магазин обуви, который я советовала. Здесь только в этом павильоне побольше выбор будет. Глянь, сколько классной обуви. Сколько стоит обувь? 175 дирхам сейчас стоит. Но они классные, правда, здесь. Тоже 175 дирхам. Ричмонд. Прикольно. 250 не стоит. Ну, где-то, да, в районе до 300 дирхам должны стоить. А здесь не будет цены. Где на 250 они стоят? Ну да. 300 дирхам. Какой тебе нравится? У тебя бордовые? Как ты думаешь? Бордовые. Конечно, мне такой нравится. 425 дирхам. Видишь, что там мне нравится? Discount? I don't know. Да. Вот такой мне еще нравится. Вот такой мне нравится. 425. Сейчас 325 женская обувь вот стоит. Так, вот такие вот по 425, те, которые внизу, вроде бы по 175 были, но это тоже надо у них спрашивать. В общем, людей очень много, но и вещей тоже, кстати, очень много, реально можно что-то найти, что-то выбрать, что-то посмотреть, но придется, конечно, готовьтесь к тому, что придется ковыряться в огромной куче вещей. Если хотите дешевле, то реально придется чуть ли не как в секонд-хенде все это делать. Вещи могут валяться на полу, могут быть везде. Я немножко показала, конечно, не все, потому что это просто нереально. Нужно, ну, стоять как бы в очереди, чтобы там дойти до витрины, там, до места, там, где лежит товар. Поэтому я так, где успела, там показала, или там, где было поменьше людей. В общем, еще два дня будет такой вот сумасшедший дом твориться. До 26 число последний день. И если вы здесь, можете приехать посмотреть на это, может быть, что-то купите себе, выберете. Ну, а у меня на сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.